Акварель. Акварель – водяная краска, а также живопись водяными красками. Основная особенность акварельных красок – прозрачность. Она дает возможность художнику учитывать просвечивание бумаги и достигать особой легкости и воздушности колорита. Живопись непрозрачными водяными красками была известна в Древнем Египте на папирусе и в Китае на шелке. Акварельная техника стала развиваться в Китае во II веке после изобретения бумаги. В Европе акварельная живопись появилась в 15-16 веках. Наиболее яркими были работы Дюрера, Ван Дейка. Акварели Томаса Гертина и Джозефа Тернера в Англии сделали эту живопись такой популярной, что в 1804 году было создано общество акварелистов. В России акварельные работы начинают создаваться в XVIII веке, а наибольший расцвет акварели приходится на XIX век. Это работы Брюлова, Иванова, Репина, Соколова, Серова. Художники создают замечательные портреты и пейзажи. Самые сложные образные задачи разрешаются в акварелях с большой силой. Широкое развитие получает акварель и в 20 веке. Ею занимаются художники объединения «Мир искусства» – Бенуа, Бакст, Сомов. Рисовал акварелью поэт Максимилиан Волошин. В технике черной акварели работали кукрыниксы. Широко известны акварели Шмаринова, Герасимова, Тырсы и других российских художников. Буква «Н». 15-я буква современного русского алфавита. В старо- и церковнославянских азбуках называется «наш». В кириллице буква имеет такое начертание и происходит от буквы «ню» греческого алфавита. В позднейшем развитии кирилловского письма, примерно с XIV века, поперечная черта у буквы становится короче и приближается к горизонтальному положению. Именно эта форма буквы была положена в основу начертания «Н» в гражданской азбуке, которая была утверждена Петром I в 1710 году. В кириллице числовое значение буквы «Н» – 50. В глаголице буква «Н» имеет такое начертание, и ее числовое значение – 70. Ям. В России в XIII-XVIII веках почтовая станция, где меняли почтовых лошадей. На станциях имелись постоялые дворы для отдыха проезжающих, а также конюшни. Ямы располагались на расстоянии около 50 километров друг от друга. С помощью системы ямов Москва связывалась с Новгородом, Псковом, Астраханью и другими городами. С XVI века почтовые станции находились в ведении Ямского приказа. С учреждением в 1782 году почтового департамента ямы начинают называть почтами. В XIII-XV веках ям упоминается также в качестве натуральной повинности тяглового населения по перевозу грузов.